Вы слушаете радио Болтком. Утро на Болткоме. Всем здравствуйте, всем доброе утро. Хочется пожелать хорошего дня. Сегодня, по-моему, такая будет солнечная погода. Те, кто как раз в отпуске, наверняка воспользуются тем, чтобы вот этот денечек использовать с пользой для дела и для тела. Хочу проанонсировать, что у нас впереди будет очень необычное занятие, в принципе, для Радио Болтком. Мы поиграем, у нас будет даже конкурс. Ну, а пока у нас киевское время. Мы живем рядом, но хорошо ли мы знаем друг друга? По будням на Радио Болтком слушайте программу «Киевское время». Об истории, культуре, современной жизни Украины. О героях прошлого и настоящего. «Киевское время» на Радио Болтком. Ну и в нашей программе «Киевское время» мы сегодня поговорим о очень интересном, необычном проекте в театре, да, создан международный проект, он объединяет сам театр Дайле, театр, Киевский театр драмы и комедии, а также театральную труппу лондонского Вест-Энда «Театр озорства». Ну и вот этим, можно сказать, результатом объединения всех усилий станет постановка, которая популярна, версия, скажем так, популярной пьесы, которая идет с большим успехом на лондонском Вест-Энде, пьеса, которая идет не так. Это название, а не характеристика этого произведения. Ну и, собственно, это пьеса с украинскими актерами на украинском языке, будет показано в театре Дайлес 28 и 29 июля. И мы попросили рассказать об этом заведующей труппой и ассистента режиссера в новой постановке театре Дайлес Лауру Вилцене, которая с нами на прямой связи. Доброе утро. Доброе утро. Рада вас приветствовать. Доброе утро, Лаура. Ну, может быть, несколько слов о том, что это за идея, почему нужно было объединить сразу несколько театральных трупп, насколько это вообще практикуется, и не сложно или не сложно разных актеров из разных театров. Из разных стран. Из разных стран, тем более, да. Наверное, нужно сказать несколько слов о тех событиях, которые предшествовали именно этому проекту. Наш театр, театр драмы и комедии на левом берегу Днепра в начале июня выехал в большой тур по Европе. Мы везли наш спектакль, очень известный спектакль в Киеве и за пределами Киева, спектакль, получивший в марте этого года Шевченковскую премию, спектакль «Погані дороги», «Плохие дороги» по пьесе Натальи Ворожбин. Спектакль о войне в Донецке и сейчас, как показывает время, особенно последние 5 месяцев, о войне во всей нашей стране. И с этим спектаклем мы приехали в Ригу. Рига как раз была первым пунктом, первой нашей остановкой, и замечательный театр Дайлес принял нас. 1 числа начался этот тур, 1 июня начался тур, а потом мы захватили всю Европу, и после окончания показа часть людей вернулись сюда, благодаря тому, что Дайлес предложил нам сотрудничество, предложил продолжить наше творческое сотрудничество и новый проект. А сейчас уже ясно, и это окончательно и бесповоротно, что в украинском обществе, как в Киеве, так и здесь, среди семей, которые бежали в Латвию, спасаясь от ужасов войны, есть постоянный и уже четко очерченный запрос на комедии, как ни странно, наверное, это может быть в чьих-то ушах звучит, но я вспоминаю даже воспоминания моей бабушки, она пережила ужасы Второй мировой, и она рассказывала, что самым большим счастьем для них в тот момент это была возможность пойти в кинотеатр, где иногда еще крутили какие-то фильмы, посмотреть комедию, засмеяться, расслабиться, забыться. Оказалось, что это очень важно, оказалось это острой потребностью, и Юрис Шагерс, директор театра Дайлес, каким-то своим внутренним чутьем, творческим, актерским, режиссерским чутьем, понял, что это будет нужно.
тогда, когда мы, наверное, еще этого не понимали сами. И от них, от театра, последовало вот такое предложение объединить усилия. На самом деле для Киевского театра, наверное, для нашего театра на Левом берегу, наверное, такой вид коллаборации, такой вид сотрудничества с двумя театрами, плюс наш, итого тремя, скорее впервые. Первый раз это новый опыт, но это очень интересный опыт. Мы сейчас полностью погружены в работу. Артисты невероятно, я знаю этих ребят очень много лет, я заведующая труппой, и я знаю их возможности, их ресурсы, их работоспособность. Я знаю, что они все безупречные профессионалы, но то, что я наблюдаю и вижу вот последние недели, я никогда их не видела такими. С такой страстью, с такой самоотдачей, с таким желанием. Я понимаю, что здесь совместилось все, все чувства. Они соскучились за сценой, ведь наш театр с самого первого дня войны, к сожалению, закрыт. У нас нет рядом бомбоубежища, и мы пока нет. Ну, мы постараемся открыться в сентябре, но это будет спустя более чем полгода. Можно сказать, вынужденного, да, так и есть вынужденного простоя. Это они скучают по работе, они скучают по запаху кулис, они скучают по аплодисментам и восторженным глазам зрителей. И Дайлас нам сейчас дает возможность все это прочувствовать, все это снова ощутить. И плюс самое важное, что стоит над всем над этим, 28 и 29 мы совершенно бесплатно зовем всех украинцев. Можно приходить с детьми, поскольку это комедия, и это смешно. Я думаю, тут практически нет возрастных ограничений. И мы счастливы от того, что получится. Получится подарить людям 2 часа, ну, может быть, не полного забытия и смеха, но тем не менее 2 часа радости и счастья. Мы очень на это рассчитываем. Лаура, в таком случае пару слов о самой пьесе. Что это за постановка? Мы назвали этот спектакль с цією виставою «Щось не так», наш украинский вариант, то есть с этой пьесой «Что-то не так». Это смесь английского юмора с юмором, очень похожим на наш украинский. Это нелепые ситуации, это... Где-то, когда это какие-то моменты, когда просто ты даже не ожидаешь, что сейчас у тебя будет взрыв смеха, и он у тебя настает, и тебе от этого становится легко. Это я не хотела бы рассказывать много. Мне очень хотелось бы, как сейчас молодежь говорит, не хотела бы спойлерить. Мне очень хотелось бы, чтобы зритель пришел и увидел сам. И кроме того, мы с огромным удовольствием приглашаем не только украинских зрителей. Если вдруг, я знаю, что эта постановка идет в латвийском составе, в театре Дайлас, она включена в репертуар, но если вдруг кому-то интересно будет сравнить, как это произошло у нас, и, может быть, кто-то видел, как это уже происходило на сцене Дайлас, и посмотреть, как работают наши артисты, то мы с удовольствием и будем счастливы и рады видеть в том числе и латышского зрителя. В какой степени участвует театр Дайлас, актеры театра Дайлас в этой постановке? Несколько актеров заняты или каким это образом? Нет, это исключительно украинская труппа. Мы сейчас работаем своими силами, я имею в виду именно на сцене. Это 8 артистов и 2 в составе, это 10 украинских артистов. Это техническая команда, реквизиторы, помощники режиссера, монтировщики сцены. Мы все собрались из Украины, собрались здесь на сцене. А латвийская сторона... оставила нам костюмы, нам были пошиты в кратчайшие сроки за несколько недель все сценические костюмы. Латвийская сторона полностью приготовила и оставила нам великолепнейшую декорацию. По сути, они сейчас с нами делятся своей декорацией. Была подготовлена звуковая партитура, световая партитура. По сути, мы зашли на готовую сцену. Для нас сделали абсолютно все, чтобы мы чувствовали себя вот этот месяц, даже 3 недели, наверное, да, даже 3 недели совершенно комфортно. Вот по сути, вот все возможное для того, чтобы мы просто ступили на эту сцену и начали работать. Все технические и творческие нюансы были продуманы нашими коллегами из Дайлас в полной мере. То есть, чтобы... Эти 3 недели.
У вас на постановку 3 недели было, да? Это рекордные темпы. Это ненормальные темпы. И потому я, собственно, и начала свой рассказ с восхищения своими коллегами. Потому что, ну, вы сами понимаете, что обычно классическая постановка – это от 3 месяцев и плюс. Mm-hmm. Иногда это растягивается и на полгода, и на год, с какими-то промежутками, с какими-то перерывами. Но вот, mm-hmm. вот мы сделали это за 3 месяца, и не побоюсь… За 3 недели. Mm-hmm. Мне кажется, ой, простите, за 3 недели, и не побоюсь похвастаться. Мне кажется, мы сделали это хорошо. Но судить, безусловно, не мне. И не артистам, судить, безусловно, вам и зрителю. 28-29 июля такая уникальная постановка. Всего 2 показа будет? А сейчас планируется 2 показа, после чего все-таки ребята вернутся в Украину, потому что если посчитать, сколько времени они сейчас провели в Европе, вот тур плохих дорог, и сейчас эта постановка, это более 2,5 месяца, их ждут дома семьи, жены, дети. Конечно, хочется увидеть и обняться, но у нас уже далеко идущие планы. Возможно, 1 сентября мы порадуем украинских зрителей, украинских детей, которые, например, пойдут в латвийские школы и будут иметь возможность со своими родителями вечером прийти к нам. Но, безусловно, это будут отдельные анонсы, когда мы точно поймем, что у нас это получается. То есть мы и можем еще ждать вас в гости уже осенью снова? Обязательно, и мы планируем гастрольный тур по странам Балтии, возможно, в Польшу. Работаем над этим. Конечно же, безусловно, ждем и желаем успеха и этой постановке, и прочим. Но хотелось бы уточнить, вы говорите о возвращении на Украину, то есть предпосылки, что там более-менее безопасно и можно возобновлять работу. Вы говорите, даже бомбоубежища нет рядом с вашим театром, но тем не менее вы планируете уже на сентябрь новые постановки там, на месте в Киеве. О новых постановках пока не идет речь. Мы планируем открыть малую сцену нашего театра, как наиболее безопасную. Есть рядом огромный супермаркет, и идут договоренности. Сейчас мы договариваемся с ним о том, чтобы нам было куда бежать и где спасаться в случае опасности. Мы не считаем ситуацию безопасной, и считать ее безопасной сейчас не может никто. По сути, ни в одной точке мира, не говоря уже об Украине и Киеве, но все-таки мы видим, что открылась национальная опера Украины, открылся театр имени Франка, открываются и другие небольшие театры, большие и небольшие, практически все они открывают пока только свои малые сцены. Потому что это, соответственно, меньшее количество зрителей, которых, соответственно, легче будет эвакуировать в случае какой-то опасности. И есть острый запрос, повторюсь, есть острый запрос не только на комедии, есть просто запрос от зрителя ходить в театр. Поэтому мы попробуем, и мы очень надеемся, что получится. Конечно же, удачи. А скажите, вот, может быть, несколько слов о театре. Почему он так интересно называется, Киевский театр драмы и комедии, на левом берегу Днепра, если такой если же на правом? Да, соответственно. И вообще, вот история, несколько слов, может быть, об истории театра. Да, конечно, с огромным удовольствием. А тем, кто был в Киеве, им известно, что город перерезается на правый и левый берег, как, собственно, и Рига, вот сейчас я это уже вижу, огромной широкой речкой Днепр. И так исторически сложилось, что правый берег и был, и остается центром Киева, соответственно, количество театров там намного больше, нежели на левом берегу. Но если мы переезжаем на левый берег, который очень любим киевлянами и украинцами, то, по сути, возле первой же станции метро первое здание, которое попадает в глаза и которое встречает нас, это как раз наш театр. Он организован и открыт был около 40 лет тому назад Эдуардом Марковичем Митницким, человеком, который создал этот театр, и вот несколько лет назад ушел из жизни, он жил им, это было его детище. Театр очень быстро обрел популярность, сейчас его возглавляет Станислав Игоревич Жирков, вот тоже 3 года, молодой, талантливый режиссер, я называю его революционером от театра.
последние годы у нас были очень насыщены, были постоянные гастроли. Ну и, в принципе, мои друзья, мои знакомые, даже те люди, которые не знают, не знали, допустим, что я работала на Левом берегу, всегда говорили: «О, Левый берег и театр на Левом – это наш самый любимый театр». Он, не побоюсь этого слова, действительно в топе-3, наверное, я так назвала бы, в топе-3 любимых киевлянами и украинцами театров Киева. Ну вот, собственно, поэтому и название «На левом берегу Днепра». Ну что же, действительно желаем удачи и большого, ждем с нетерпением 28 июля. Я понимаю, что можно приобрести билеты и посмотреть эту постановку абсолютно всем. Нет, вход абсолютно свободный, билеты не продаются, это бесплатно и для украинцев, и, повторюсь, для латышских зрителей, если вдруг они захотят к нам заглянуть. Мы как-то упустили. Да, это важно, на этом важно акцентировать. Единственное, что нужно сделать, это найти, например, публикацию в Фейсбуке либо на официальном сайте театра, посмотреть электронную почту или номер телефона, позвонить либо написать, зарегистрировать свое присутствие и прийти абсолютно бесплатно получить удовольствие. Забронировать билеты. Понятно, что количество мест ограничено, постановок всего две, точнее, постановка одна показа, 28-29 июля, с этой пьесой что-то не так в переводе на русский язык, но труппа Киевского театра играет на украинском языке. Лаура Вилсон, заведующая труппой, была сегодня нашим гостем удаленно. Огромное вам спасибо, удачи и успеха. Спасибо. Всего доброго. Всего доброго. Вы слушаете радио «Болтком».